Армия Израиля возобновила обстрел сектора Газа. Ответные удары последовали после очередной атаки боевиков. Бомбардировкам подверглись районы вблизи города Бейт-Лахия и Газа. О пострадавших и разрушениях информации пока нет. Напомню, ранее израильтяне и палестинцы дали согласие прекратить военные действия на сутки. Перемирие было необходимо для продолжения проходящих в Египте переговоров о бессрочном прекращении огня.